Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре интересный SSD, который был уже на обзоре в объеме 2 терабайта. Сегодня терабайтничек Solidigm P44 Pro. Кстати, данное SSD не так-то просто купить у нас в России, но ссылочку постараюсь найти и оставить внизу. Но данное SSD вы можете купить по хорошей цене и сэкономить, если купите его за рубежом. К сожалению, оплатить российской картой сегодня за границу нельзя, поэтому нам на помощь приходят посредники из соседних стран. У меня есть проверенный человек, зовут Артур, ссылочки на него внизу. Недавно у меня на канале уже был Solidigm P44 Pro, но объемом 2 терабайта. Тогда SSD мне очень понравился. Тогда SSD на обзор мне прислал подписчик, за что ему огромное спасибо. И тогда же мы с вами узнали, что это клон SSD накопителя от SK Hynix Platinum P41. Здесь та же самая начинка, но Solidigm бренд непростой. Это бренд у нас, скажем так, переходной, потому что компания Intel продала все свое направление по производству NAND-памяти компании SK Hynix. И пока все это дело передается, пока пройдет не один год, решили создать отдельный бренд Solidigm и под этим брендом выпускать SSD, так скажем, на технологиях от Intel, как мы с вами видели, еще и от SK Hynix. Всю сумму на покупку данного SSD мы собрали в группе ВКонтакте. Благодаря вам, мои зрители, подписчики, участники сборов, этот SSD сегодня на обзоре. Ну и мы с вами все по нему обязательно проверим и узнаем. Что касается заявленных скоростей, до 7000 на чтение, 6500 на запись, 5 лет гарантии, 750 терабайт ресурса. Но самое главное, это, конечно же, что же он нам сможет показать как на тестах реальной записи, так и на синтетических тестах. Потому что в прошлый раз с вами мы протестировали такое SSD не просто в обычном режиме, а потом еще и с фирменными драйверами, NVMe драйверами Solidigm. Что ж, присаживайтесь поудобнее, давайте переходить к тестам. SSD-накопитель Solidigm P44 Pro объем 1 терабайт установлен. Давайте перейдем в управление дисками для инициализации нашего нового SSD. Далее нам необходимо наш новенький SSD отформатировать. Делаем это в файловую систему NTFS. Ждем завершения. Чистый объем у нас 953,85 гигабайт. Что касается округления, 953. Округление операционной системой. Закрываем теперь ненужные нам окна. Запускаем Crystal Disk Info. Смотрим на смарт-параметры нашего накопителя E. Так, хосты чтения записи по нолям. Одно включение, 0 часов работы. 32 градуса под радиатором от материнской платы Crosshair Extreme. Что касается модельки, то все у нас определилось здесь верно. Для контроля за температурой запустим CPU ID Hardware Monitor. Свернем все ненужные нам устройства. Оставляем только наш Solidigm. Отлично. Ну и давайте запустим фирменную утилиту от Solidigm для того, чтобы посмотреть, что у нас здесь и как определилось. Итак, у нас есть вот наш накопитель Solidigm. Что касается обновления встроенного ПО, везде у нас стоит и на Intel Optane, и на Solidigm у нас стоит одно и то же ПО. Напомню, что бренд Solidigm — это, скажем так, подразделение Intel, которое продала свое подразделение по производству NAND-памяти. Что касается характеристик здесь, расчетный срок службы у нас 100%, температура 30 градусов, все свободно, все отлично. Версия драйвера — хорошая работоспособность, диагностическое сканирование мы с вами, кстати, можем выполнить. А давайте это сделаем. И сканирование функции чтения завершено, целостность данных завершено, собственно, и все похоже. Так, есть у нас безопасное удаление данных с нашего накопителя, есть у нас смарт, который мы можем посмотреть на каждом SSD отдельно. Кстати, можно также посмотреть и на идентификационные данные нашего SSD. И здесь у нас куча разных данных и так далее. В общем-то, ничего интересного. Что ж, сворачиваем и запускаем тест-обкатку. Это тест линейной записи VID64. Посмотрим, что же нас ждет на этом SSD, на всем
его объеме. SSD SolidDigm P44 Pro объемом 1 терабайт. Здрасте, приехали. Чего это мы не хотим запускаться? Все отлично. Пока у нас тут тесты, перейдем на официальную страничку нашего SSD SolidDigm P44 Pro Series. Опускаемся вниз, выбираем PCIe 4, 2280 размер, объем 1 терабайт. И вот они наши характеристики. 176-слойная 3D NAND память, TLC, конечно же. Скорости чтения до 7000, запись до 6500. Что касается гарантии 5 лет, ресурс 750 терабайт. Тест линейной записи VIDIA64 у нас подходит к концу, и вы только посмотрите на результат. Как будто бы никакого SLC кэша, максимальная скорость на 90% заполнений. Это что это? Это заявка на звание лучшего терабайтника, причем даже, которая обойдет, я думаю, и SK Hynix Platinum P41. Это, конечно, мощно. 48 градусов была у нас максимальная температура под радиатором от материнской платы, от переходника PCI-Express M2. Блин. Ну, график, если в реальности, на тесте реальной записи мы с вами увидим такое же, но это будет точно лучший терабайтник. Никакие PCIe 4.0 Samsung 980 Pro, 990 Pro и рядом стоять не будут. Но давайте все проверять. Поэтому сейчас сворачиваем тесты VIDIA64. Заново переходим в управление дисками для новой инициализации нашего SSD после теста линейной записи VIDIA64. Заново все форматируем. Все отлично. Выполняем команду Trim через оптимизацию. Делаем паузу 15 минут и продолжаем тесты. Ну что, тесты сделаны. Давайте разбирать полученные результаты. При заявленных 7000 на чтение, 6500 на запись, у нас результаты линейных скоростей выше заявленных, и это очень хорошо. 7312 чтение, 6712 на запись. Супер! Давным-давно такого не было, когда скорости выше того, что было заявлено производителем. Что касается случайного 4К чтения, 84 мегабайта в секунду, все соответствует хорошему топовому PCIe 4.0 SSD накопителю. Что касается AS SSD Benchmark, здесь мы с вами видим 6981 балл, и да. Это тоже очень хороший, очень достойный результат. Кстати, 2-терабайтный SolidDigm показал в SSD Benchmark 8663 балла. Но там была платформа Intel, сейчас AMD. Так что как-то так. Если мы посмотрим в AutoDisk Benchmark, на мелкоблочке у нас все супер, великолепные скорости, на больших блоках в принципе тоже. Но теперь самое главное, друзья... В 3D Mark наш SSD набирает 4377 баллов, и это очень круто. И это значение выше даже, чем в турборежиме у Samsung 990 Pro объемом 2 терабайта. Вот здесь прямо очень похвально. В прошлый раз, когда я тестировал SSD, я сначала сделал все тесты на стандартном драйвере, потом я установил драйвер SolidDigm, и там прирост был не такой большой. То есть сейчас, сегодня тесты были проведены сразу же с драйвером SolidDigm, поэтому обязательно ставим этот драйвер, скачиваем с официального сайта и кайфуем от такой высокой производительности. Здесь, вне конкуренции, SolidDigm P44 Pro объем 1 терабайт показывает себя самым лучшим терабайтником. Даже круче, чем SK Hynix, хотя, казалось бы, вроде как SSD одинаковая. Что ж, сворачиваем наши тесты, показываю вам операции ввода-вывода, которые мы здесь получили, и можем приступать к тесту на реальную скорость записи. Копировать будем всю ту же папочку рендер объемом 100 гигабайт с PCIe 4.0 SSD накопителя Samsung PM9A1, и давайте смотреть, что же будет у нас по скорости реальной записи. 3,2 гигабайта в секунду, великолепный результат. Так, 3,2,7.
И тихонечко у нас скорости скачут и снова поднимаются обратно. Что ж, давайте заполнять SSD и посмотрим, будет ли у нас снижение скорости, потому что по графику, полученному в ID64, снижение, если будет, то в самом конце заполнения. Первая папка подошла к концу. Вторая. И у нас скорость снижается, к сожалению, после записи 235 гигабайт. Что ж, да, все-таки физику не обманешь, все-таки у нас TLC SSD накопитель. Ну, причем это у нас интересный SSD накопитель как бы от бренда Hynix, но как бы от Solidigm. И снижение скорости здесь у нас есть. Причем снижение скорости у нас происходит после примерно 25% заполнения, чуть меньше. Можно было бы подумать, что здесь у нас QLC чипы памяти, но нет, друзья. Так работает Solidigm. Четвертая, пятая, шестая, седьмая. Ну и к концу записи восьмой папки у нас все так же 1.4-1.5 гигабайта в секунду. Здесь у нас все просто в полном порядке. Что касается нагрева 52 градуса под огромным радиатором. Здесь тоже никаких проблем я не вижу. Поэтому сейчас ждем завершения записи восьмой папки. Выполним команду trim. Снова сделаем паузу 15 минут и посмотрим на SLC кэш на последней девятой папке. Времени прошло достаточно. Смотрим, что же у нас будет на последней девятой папке. 3 гигабайта в секунду, 2.8, 2.6. И скорость снижается после записи примерно 57 гигабайт, и снижается она снова до все тех же 1,4 гигабайта в секунду. Великолепный, отличный результат. Что ж, сейчас ждем завершения записи последней девятой папки и посмотрим, как покажет себя утилита Crystal Disk Mark при таком большом заполнении, практически полном заполнении SSD. Ну и теперь мы с вами видим, что да, скорости немножечко снизились по сравнению с тем, что у нас было на абсолютно пустом SSD, но снижение такое незначительное, что можно считать за погрешность. Как минимум линейное чтение. Линейная запись, да, у нас снизилась чуточку побольше, 200 с небольшим мегабайт в секунду, а случайное 4К чтение на том же уровне. Великолепный результат, великолепный SSD. Что ж, давайте посмотрим, что скрывается под стикером, и будем подводить итоги. Тесты сделаны, результаты, великолепные результаты у нас с вами получены. И все это, я считаю, благодаря тому, что после того, как в прошлый раз я установил NVMe драйвера Solidigm, сегодня на тестах они автоматически работали, конечно же, я же ничего не удалял. И я думаю, именно поэтому мы с вами увидели такой прямо шикарный график на тесте AIDA64 на линейной записи. К сожалению, у нас этот график на тестах реальной записи не подтвердился. Просто после того, как я увидел график в AIDA64, я такой думаю, неужели появилось что-то круче, чем Samsung 970 Pro. И ведь именно там у нас идеальная прямая на всем своем объеме, но там MLC чипы памяти, а здесь TLC. Поэтому мне оставалось только дождаться тестов реальной записи и убедиться, что, к сожалению, такого на самом деле нет. И у нас здесь небольшой SLC кэш, небольшой буфер, это 200 с небольшим гигабайт. До его заполнения у нас скорость держится в среднем на 3 гигабайтах в секунду, иногда чуть выше, иногда ниже, а вот после скорость снижается до 1,4 гигабайта в секунду и на этой скорости держится до конца. Здесь все просто великолепно, здесь все точно так же, но если сравнить, наверное, как у 990 Pro, потому что у 980 Pro скорость после заполнения SLC кэша выше, чем у 990 Pro. Это интересно, здесь у нас все в полном порядке. Смотрим на тесты в Crystal Disk Mark, и нифига себе, у нас скорости линейное чтение записи выше, чем заявлено. Это круто определенно. Со случайным 4К чтением никаких проблем нет. 84 мегабайта в секунду. Все в полном порядке. Да, хотелось бы больше, но это же у нас терабайтничек. Поэтому, ну,
все равно здесь все хорошо. VS SSD Benchmark у нас тоже хорошее значение баллов, там около 7000. Здесь, я думаю, придраться тоже не к чему. А вот на тесте 3D Mark, друзья, этот SSD нагибает. Нагибает даже Samsung 990 Pro в режиме полной производительности. Он показывает 4377 баллов. Это, блин, очень круто. Ну и под всем полученным результатом, друзья, я думаю, вы со мной согласитесь, и я назову этот SSD самым лучшим PCIe 4.0 терабайтником. Он лучше во всем. По линейному чтению, по линейной записи, случайно 4К, да, не совсем лучший показатель, но среди лучших. Но игровой бенчмарк 3D Mark просто показывает, что другие рядышком пока не стоят. Да, мы посмотрели начинку, да, это все тот же SK Hynix Aries контроллер. DRAM кэш здесь у нас 1 гигабайт DDR4, 2 чипа памяти, это точно TLC чипы памяти. И благодаря всему вот этому у компании SK Hynix совместно, конечно же, с Intel или на наработках компании Intel получился просто великолепный SSD. И теперь надо задуматься, а не поменять ли мне свой Samsung на Solid Digim или на SK Hynix Platinum, потому что в последнее время у Samsung что-то много каких-то проблем и слишком много шумихи по поводу косяков, брака и так далее ходит вокруг бренда. Но вот с этим SSD, я надеюсь, такого не будет. Опять же, надо понимать, что Solid Digim, по крайней мере, пока не продается в должном объеме из-за того, что это новый бренд. Ну и, к сожалению, в России, да, он, если мы его увидим, то только по параллельному импорту. Так что я считаю, вот такой SSD смело можно брать. И сразу же у меня появилось желание не сделать нам переобзор на 2 терабайта. Снова уже на платформе AM5. Но впереди еще много интересных обзоров. Кто знает, может, увидим снова. Ну а на этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. Не забываем, что всегда можно сказать спасибо автору канала, купив фирменный уникальный значок ProSSD, который можно либо выиграть вместе с SSD на розыгрыше, на сборе, либо только купить. Другого не дано. Пока-пока. Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же этот SSD стоит, ссылочку оставлю на него под этим видео.